ТВ. И сегодня мы открываем Hot Wheels Split Speeders. Машинку разрезают напополам. Здесь у нас есть вот такая вот машинка, которая, возможно, там на магнитиках, да? Там будет вот такой вот ниндзя. Тут это написано. Ниндзя Чоп. Ниндзя Чоп. Вот ниндзя будет чопить эти машинки напополам. Из них еще вот такие вот осколки будут летать. Вот такого здесь крутяцкий ниндзя есть внутри. Что здесь еще есть? И сама дорога, друзья. Здесь должна быть вот такая вот дорога, по которой будет ехать эта машинка. А потом она вот так вот чоп! И на две части, и разлетелась в разные стороны. Вот он, наш ниндзя-чоппер. Вот! Вот! Держи! Это сама дорога, на две части. Воу-воу-воу! Там все уже. Все уже? Сейчас мы вот достанем еще отсюда автомобильчик. Держи машинку свою. Вот наш крутяцкий автомобиль. Он тут пока на две части разделен. Но походу, если вот эту вот штучку забрать, он раз. Смотри, он слепился в одну. А потом что он нам. А вот раздвигается. Он на магнитиках. Колесики на месте. Есть это что? Ух ты! Это запускалка там такая? Да, на резинке? Да. Ёй. Аккуратно. Запуск. Пли. Пиш. Итак, друзья, вот мы сейчас будем тестировать наш автомобиль. Ага, это база, где он запускается. Работает оно как-то вот так. Тут резиночка есть, ее натягиваешь, отпускаешь. И машина улетает. И улетает она прямо вот сюда. На вот этого дядю. Ниндзю, который разрезает эту машину своей огромной рукой. Вот она здесь, рука. И потом дальше машина улетает. Можно сделать быструю перемотку. Можно сделать типа назад. Вот такой вот здесь у нас ниндзя. Ниндзя Hot Wheels. У него даже на повязке написано Ниндзя Hot Wheels. Ну что, делаем тест? Да. Игрушки? Итак, машину мы вот поставили сюда. Саша уже взвел курок. Запускай! Пух! Пух! Есть! И она вот так чух. Разбилась на части машина. И вот теперь у нас есть вот таких вот два куска этого автомобиля. Ну, их можно складывать в автомобиль обратно. Три, два, один! Три, два, один, ноль. Друзья, сейчас мы будем перестраивать нашу дорогу. Оказывается, ее можно поменять местами. И вот эти вот двойные полозья поставить вот сюда вот наперед. А вот эту поставить назад. И тогда наша машина будет соединяться, правильно? Да. Вот. Перестроим. Первый запуск. Я тут держу, а ты там запускай. Три, два, один, ноль. Пиу! Давай еще раз, еще раз. Запуск номер два. Раз, два, три. Пью. Есть, вот она собралась, ребята. Вот она собралась. Круто, давай еще раз. Три, два, один. Сейчас мы
мы проводим эксперимент. Будем взбивать обезьяну. Вот наша обезьяна. Она уже готова. Вот она, горилла. Стоит страшнючая такая. Всем привет, я страшная горилла. И сейчас меня будут сбивать. Тра-та-та. Сможет ли наш автомобиль сбить эту гориллу? Итак, запускаем. Раз, два, три. Бум! Горилла побеждена! Вот она, валяется уже на столе. Хе-хе! Во второй части эксперимента мы будем сбивать большую обезьяну. Вот она, огромная обезьяна. Сможет ли наш автомобиль сбить ее? Итак... 3, 2, 1, запускай! Он даже не доехал! Вот он, автомобиль не доехал. А сейчас будет второй запуск. Машина на взводе. Обезьяна готова. Итак, раз, два, три. Бэм! Победили обезьяну! Теперь мы будем проводить суперэксперимент. Мы берем, ставим маленькую обезьяну здесь, горилку нашу. А вторую обезьяну мы ставим здесь. Сможет ли наш автомобиль сбить две обезьяны? Автомобиль, ты готов? Да. Опускатель. Опускатель готов. Машина вон на взводе уже стоит, две части. Итак, сейчас она проедет всю вот эту линию. Собьет маленькую гориллу. И потом большую обезьяну. Раз, два, запуск! Если так убрать, то нам будет... Есть! Мы победили! Все, друзья, на этом эксперимент с автомобилем закончен. Мы распилили автомобиль, потом мы соединили его, и потом мы победили двух обезьян. Ставь лайк и подписывайся на канал Самсоныч. Пока-пока! Всем пока! До новых экспериментов!